свои профайлы в соцсетях, о своей блоге, и сами будете разъяснить. Или у вас есть специальные люди? А, вы знаете, конечно, у меня есть портал, там, где общаются якобы однокашники, да? Вот. В момент, премии Муз-ТВ, на меня обрушилось очень много различной писанины, и там были буквально драки словесные, то есть маты, то есть все пытались как-то вот конкуренции, понимаете? Дрались буквально на моем портале. Мне пришлось отдать пароль своему IP-менеджеру, вот, чтобы он все, в общем, там запалил, если вдруг там люди выражаются неправильно. Вот. Есть, конечно, и в Фейсбуке, но пока без фото. Вот. А буквально перед приездом сюда пытался настроить Твиттер, потому что очень много информации сильно пропадает. Я хочу стать в мире информации тоже в пятерке быть. Он так же, как Тина Канделаки. У меня есть очень много всего, чего я могу рассказать. Правда, каждый день это сплошные приключения. Я буквально сюда приехал и приехал из Тубина, в Москве концерты по городам. Съездит по 4-5 часов. Вот. Так что есть я в социальных. Сейчас переделываю свой заглавный сайт. Вот, вроде просто интересно. С какой целью интересуетесь? Просто я представляю интернет-блог-платформу. У нас будет блоги, это дистанция. Может, интересно? Вы знаете, долгое время, я, конечно, понимаю, может, это звучит как-то старомодно, да? Но долгое время я считал, что, например, подобные порталы — это трата времени, ее нужно действительно в реальном времени потратить, да? То есть физически что-то сделать. Вот. И старался не признаваться в этом себе. Думал, что Твиттер — это для людей, которые просто любят похвастаться. Да? Вот. У меня очень много всяких различных информационных поводов, которых я мог бы там рассказать. Но сейчас понимаю, что это совершенно не так, как я себе представлял. Вот. Это даже очень благородные вещи, от этого никогда не...